Правильно? Да нет. В основном Арис меня стебет, я не понимаю, какого хуя он пацана меня стебет. Видимо, хочет поебальнику получить от меня. Скорее ты будешь меня стебать, блядь. Почему? Бля, будешь угорать, типа, о, потлатый, потлатый. Ай, а ты будешь угорать, что я лысый шар маленький, блядь. Ну вот и все, походу. Я Арыса говорю, что у него Ролтон, наверное, ты видел притчу ебучую, блядь, это вообще пиздец. Он такой Ролтон, блядь, просто. Ну слушай, знаешь, сколько на самолет? Сколько? 30к? 45? 49. Тебе, блядь, вообще, блядь, Турцию слетать, блядь. Так да. Турция тема. Ой, пистолет, пулемет на дробовик похожий, сука. Надо два типа. Надо их закрыть. Сука, два дебила, блядь. Чё? Чё? Полетели в Турцию вместе, хули похуй. Ну мы с Арисом хотели в следующий раз не меня, не у него, а где-то за рубежом. Играли в Турцию. Втроем. Погнали. Сделайте как раз загранник. Благо паспорт-то есть у меня, я его сделал наконец-то. Легенда. Угу. Мне кажется, мы не выживем, нахуй. Да, но мы с Арисом все живые, блядь. Но если мы пойдем втроем в какую-нибудь Турцию, да, мы не живые. Ты че, я хочу в Таиланд, там такие трансы пиздаты. Я был несколько раз в Таиланде, там очень дорого стало. Я бы чисто из-за транса поехал. Блять, хватит меня стрелять. Да, транс там ебучий, тут я тебе точно могу сказать. Mm-hmm. Ебать, блин, я просто. Ну ты прикиньте, блин. Тёлка, а у нее еще и хуй, блядь, не хрест. Имба. Бля, тут тип лазером меня ебашит, убей его быстрее. Пиздец. Я четверых закрыл, ко мне еще какой-то долбой прибежал. Ты знаешь, что теперь, блядь, эти гении разрабы, если тип в лазере, его нельзя в рукопашку убить. Я его 4 раза ударил, он не наткнулся. Так, а не надо, блядь, ты его быстрее убьешь с оружия. У меня патроны везде кончились, я же говорю, я склад закрыл. У меня 50 патронов на петухе закончилось и 30 на калаше, и все. Ничего стрелять больше. Какие минометы, я того сиську мацал, жесть. Сука, пиздатик кучерявый. На, блядь. А почему вы не задели разряд? Не понял. Не понял? Не понял. На крыше тип. Где? Здесь. Блять, вот где он был? We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. Copy. Eyes on the loadout crate. Hostile UAV in this sector. Hostile UAV overhead. Контриво.
hostile dropping into the area. Watch the skies. А, да? Молодец. Молодец. Спиздил фраг, скотина, тварь. Не я. Так я не тебе. Опоздал на стрелку. Угу. Вопрос только в том, что выбросов нет. Здесь на крыше типа не пришел. Мне интересно, это нормально у меня сборка или нет, или говно? На что именно? На М13. Тут я ничего не могу сказать. А, он умер? А нахуй я? Хуя он умер? Хуя он умер? Чей была? Хай. Хай, сам Иван Гай. Так, один что-то делается. А я его въебал, давай. Я телефон смахнул, и он прилетел мне в яйца. Ну, ты ж подбуханный, у тебя должен быть смягченный эффект. У меня смягченный эффект мира, блядь. А там такая легенда, блядь. Играет просто пиздец. Где? Мертвая легенда. Ля-ля-ля-ля-ля. Target down. Marching the rest of them. The enemy re-secured their network. It's over. Enemy dropping into the AO. Marking enemy. Hostile UAV in the sector. Я не вижу нахуй никого. Правильно, спизди меня килл. Блять. Вот что за человек? Блять, вы что, настолько слепые и тупые? Первый этаж. У меня эта хуйня не проходит, блядская. Ооо. Еще сквадик пришел. Типочки откисают, конечно, только от пуч. Это блять. Нок. Ты его добил? О, да, добил. У меня тут два типа. Он заколебал убегать от меня.
Кто, блядь, кашлял? У меня на крыше два типа. Кашляй, блядь. На кры... не на крыше. Давай дойдем. Кого? Этих полупокеров. Я их не вижу. Там двое, один на плюсе. Мне патроны нужны очень срочно, я вообще на долы. 10 патронов осталось на шкале. Здесь. Че, да. Тебе патроны? Все, все, я залутал. С трупа. О, покупки. Нахуй отсюда, блять. Где тип на плюсе? Вызываем, сука. Здесь на первом. Меня шоком ёбнули. У меня типы на первом. Блять, ну я там жил как мог, капец. Я одного нокнул, второго крекнул, третий сзади пришел, блять. На моем трупе. Ползет к своему, на моем, на мой труп. Пиздец. Ну почти.